Подія, яка зібрала всю активну молодь не тільки з Миколаєва, а й різних куточків України. Сьогодні ми на відкритому фестивалі вуличних культур, де молодь доводить, що це круто і варте уваги. На самом деле это впервые мы проводим мероприятие на открытой уличной площадке, чтобы каждый из зрителей и просто прохожих могли это увидеть вживую, да, как бы и понять на самом деле, что такое уличная культура. Фестиваль организовали на честь святкування 18-річчя танцювального клубу «Слайс». Брейкданс, хіп-хоп, паркур, стрітбол, панафутбол, графіті. Загалом на змаганнях були представлені 21 контест. Уличная культура, она очень многогранна, и каждый может найти в ней себя. Она включает в себя различные виды творчества. Это граффити, это арт-искусство, это стритбол, уличный футбол, это спорт, это танцы, брейк-данс, это спортивный танец, паркур, это акробатика. То есть это ответвление, которое дает больше свободы, но в то же время двигает тебя в спортивном направлении, в правильном направлении развития, а не деградации. На захід завітали більше сотні жителів міста. Хтось прийшов поболівати за рідних і друзів, деякі вирішили використати побудовані конструкції для своїх тренувань. 18 лет нашему клубу, и 18 лет мы развиваем уличные и современные культуры. Очень много николаевцев поддерживает, пришли сегодня к нам на фестиваль. Я думаю, это здорово, и чем чаще это будет происходить, тем больше будет развития для николаевских культур, для николаевских танцоров, атлетов, спортсменов. Я считаю, это здорово. Почему здесь так тихо? Дайте шум! Вуличні культури – це ось такі місця. На них можна погратися, на велосипедах покататися. Для мене вулична культура – це для мене розвага, це для мене як екстрим. І це, ну, приміри, як оці міста. Що таке для вас вулична культура? Ви знаєте, як-то я не задумувалась. В якому направлении, смотря в якому направлении. Якщо в спорті, так це неплохо дітей привлекати до цього. Це нормально. Любой вид спорта безопасный, правильно, небезопасный. Футбол тоже небезопасный вид спорта, но в то же время им занимаются. Паркур, если ребенку это правильно объяснить, если все это правильно поставить, то ничего в этом страшного нет. Паркур – это акробатика на улице. В первоначальном, как она получалась, так это преодолевание препятствий с элементами акробатики. То есть это фриран, ну то есть мы занимаемся фрираном. Паркур – это просто преодолевание препятствий и очень быстро, эффективно и быстро. Вообще в Украине у нас этот спорт не развитый и он уже погибает. Он еще не успел как бы зародиться толком, а он уже погибает. Вот. Украина, конечно, с этим вообще слабо. Ребятам должно понравиться для начала. Нужны люди, чтобы заниматься этим спортом. Потом площадок больше. На улице, в помещениях, залы. Для тих, хто не займається спортом, не танцює, або не цікава картинка те, що відбувається на майданчиках, організатори поставили ось такі невеличкі фотозони. Їх тут на території досить багато. Я вибрала для себе ось таку стару рамку, де можна стати, уявити себе Монолізою. Зараз мій оператор мене сфотографує на пам'ять. Фоткалася. А що ж далі? Піду, ну і я спробую себе у чомусь. Як малювати графіті та не впасти зі скейтборду, дізнаєтесь з наступного випуску.